карте сказано, что второе задание для деда. Ему надо покопаться на колесе обозрения. Обозрение? Ну, я, конечно, попробую. Давай, давай, там ничего страшного. Эта штуковина очень надежная. Смотри, смотри, чёрмочка, как кабинка качается. Он, наверное, там с ума сошёл от страха. Откручиваешь сейчас. Третье задание для тебя будет. Тебе надо прилететь на озеро, да и обратно. Это легко, чёрночка. Я же мастер по полетам. Итак, приготовились. На старт. Внимание. Четвертое задание. Мы должны доплыть до другого берега на лодке и приплыть к берегу, который называется Ушев беседка.
Наверное, дедушка был прав. Кто-то и вправду решил над нами подшутить. Еще не время сдаваться, ведь такое дерево можно попытаться найти. Это невозможно, потому что на нашей планете деревья бесчетное количество. Как узнать, под каким именно деревом лежат сокровища? Раз мы так долго находимся в парке, я предлагаю начать поиски прямо здесь. Ладно, давайте начнем с парка. Стой, по-моему, я знаю это дерево. Поплыли как к тому берегу озера. И правда, прямо как на карте. Стойте, я думаю, что лопата нам не понадобится, потому что у нас есть все быстроделающая машина. Это же настоящие пиратские сокровища. Теперь мы сможем вдоволь полакомиться мороженым. Здорово! Сейчас мы еще один чудик подпопаем.